На следующей неделе государственная компания «Автодор» в рамках ежегодной индексации повысит тарифы за проезд по платным участкам федеральных магистралей М4 Дон, М3 Украина и М11 Москва-Санкт-Петербург. Новые цены обнародуют 15 апреля. В тот же день они начнут действовать. Согласно Росстату, в прошлом году инфляция составила 4,26%. При этом «Автодор» отмечает, что правительственная программа предусматривает индексацию тарифов для трассы М4 на 5-10 рублей для легковых автомобилей и на 10-40 рублей для грузовиков. Кроме того, с 15 апреля по 13 октября на трассах вводятся более высокие сезонные летние тарифы. А специально для дороги М3 Украина действие тарифа выходного дня, который на 10 рублей выше обычного, распространят на пятницу и праздничные дни. Российская гамма флагманского седана Audi A8 до сих пор состояла из бензиновой версии 55 с 3-литровым мотором V6 мощностью 340 лошадиных сил и версии 60 с мотором V8 мощностью 460 лошадиных сил. Теперь к ним добавлена дизельная версия 45. Трехлитровая шестерка развивает 249 лошадиных сил и 600 ньютон-метров. Короткобазная машина разгоняется с места до 100 км в час за 6,5 секунд и стоит 6 миллионов 150 тысяч рублей. Это на 95 тысяч дешевле, но почти на секунду медленнее шестицилиндровой бензиновой модификации. Марка Great Wall, решившая сосредоточиться на пикапах, на автосалоне в Шанхае представит свою новую модель. Технической информации о серии P пока мало. Новинка разделит платформы с внедорожником Havail H9 следующего поколения, поэтому ждем многорычажную заднюю подвеску и восьмиступенчатый автомат ZF. Подтверждена и электрическая версия.